Всем здорово, подписчики, с вами я, Скакаран. Так, сейчас проверю на секундочку. Да, запись идет. Это я, Скакаран, и сегодня мы, короче, будем играть в X Machina Improved Storyline. Почему не Improved Storyline плюс Necto Mod? Потому что, я не знаю, у меня что-то с Necto Mod'ом не так. Комп ругается, что-то говорит, не-не-не, я не буду, и вылетает игра. Поэтому будем играть на профессионале. Что это за, блин, сочетание? Почему не устанавливается мод и какая сложность, блин? Ну, короче, будем играть без Necto мода. История не сохранила точных сведений о темных временах, наступивших сразу после катастрофы. Доподлинно известно. О! О! Вот это да! А вот такого я не видел. Targim Games представляют. Что происходит? Меня напрягает. Improved Storyline. Расширенная линия сюжета. Что происходит? Такое ощущение, как будто я смотрю какое-то кино. Не, ну, операторская работа очень хорошо здесь сделана. Прям очень классно заставка выглядит. А, все, мы идем уже к нашему персонажу, короче. Ура, наконец-то. Вот там вот стоит мой Вен, который я всегда всегда обожал. Проснулся, лежебока. Ничего себе. Уже битый час я жду тебя, чтобы сказать кое-что. Весьма важное. А ты опять спишь, как сурок. И тебе доброе утро. Чего нервничаешь? Ладно, остынь. Вот так. Сегодня большой день в твоей жизни. Ты всегда был мне верным подспорьем и многому научился от меня. В общем, я решил, что настало время твоего совершеннолетия. Так, а чё по магазину, интересно, тут? Понятненько, нам надо отнести пакет Сергу. Едем, едем. Так, наверное, мы сейчас поедем. Отнесем пакет Серго, попроходим всяких миссий. Потом поплачем от депрессии. Потом отправимся в путь. Короче, нам надо бы подзаработать денег, потому что мы на профессионале играем. Я чуть-чуть тише сделал. Хотя я могу же на своих наушниках тише сделать. Вот как-то так. Все готово. Сейчас поживемся. А сейчас будут лайфхаки от Скакарана. Как обвести любого бота? Сегодня в белом танце кружится. Ч
что дашь? Он ничего не отдал. Красота. Так, сейчас давайте заправляться не будем, потому что это лишняя трата денег. И очень эпичный взлет. Первое орудие! Бли! О, ничего себе, я только сейчас заметил, что теперь на карте враги отображаются как грузовики. Реально, грузовик под названием Клоун. Умри, пацак! Опа. С этого мы сможем сорвать хороший уже куш. А где второй? А вот второй наш кармашек с деньгами. Давайте я музыку погромче все-таки сделаю. О, так поприятнее. Если что, подписчики, не бойтесь. Без вас я сюжетку проходить не буду. Я буду проходить другие игры на своем, на другом компе, на другой игре, то есть в другом аккаунте. Короче, забудьте то, что я сказал. Короче, не бойтесь, сюжетку тут без вас я не буду проходить. Я, наверное, буду в другие игры играть и только снимать эту, а съемки будут вестись только в этой игре. Пока мы ее не пройдем, не изучим, не выдавим все соки. Так, Лиса, извини, ты не мог бы мне помочь? Само собой, девушка, поможем, чем сможем. Я ищу одного человека, который может предположительно быть в одной из местных деревень. Проблема в том, что я очень плохо знаю местность. Ты не мог бы показать все местные деревни? Да, не переживай, я заплачу за потраченное время. Честно говоря, как-то подозрительно все это. Эх, все так говорят. И никто не решается помочь человеку в нужде. Слушай, а чего мы на проходе стоим? Давай обсудим это в городе, в баре. Конечно, давай. Может, не удастся тебя убедить в том, что ничего плохого в моей просьбе нет. Только мне перед этим нужно закончить одно дело, но это много времени не займет. Хорошо, я тебя буду ждать в баре. Вот и договорились. Стоп, реально? Теперь этот разговор будет в баре? Йоу, это круто. Потому что раньше, как вы все помнят... Не, я не хочу тратить деньги. Как все помнят... А теперь хочу тратить деньги. Короче, разговор был прям на улице, но теперь можно сначала в баре поговорить. Так, слушай, молодой человек, вы что хотели? Добрый день, Серго. У меня для вас этот пакет. Регулярная доставка из села в Глухое. А, ты, видимо, сын Петра? Как там твой отец? Неужели он сам со своей воли отпустил тебя в рейс в одиночку? Да, честно говоря, сам до сих пор поверить не могу. У него все хорошо в хозяйстве. В хозяйстве полный порядок. Со времени последнего рейса мало что случилось. Всего у нас стоит на отшибе, толком ничего и не происходит. Да, насчет последующих рейсов, к сожалению, сегодня я в Южном в последний раз. Вам с отцом придет искать другого скупщика. Но почему? Поездки на юг оказываются довольно накладными. Северный путь принял решение отказаться от них. Сегодня в последний раз, чтобы завершить все дела. Очень печально это слышать. Вы всегда предлагали лучшую цену. Я правильно понимаю, что теперь в наших краях будут устанавливаться только торговцы с юга. Да, им гораздо проще сюда добираться. Да и бандиты нападают реже.
Не переживай, в этих краях сосредоточена большая часть плодородных земель. Кушать нужно всем, так что желающие купить будут всегда. Хорошо. Если так. Ладно, не буду вас отвлекать. Спасибо за сотрудничество. Всего хорошего. И тебе с отцом спасибо. Передай ему привет и деньги за товар. Не забудь. Ах, да, совсем с горы вылетело. Обязательно передам. Всего хорошего. Стойте, давайте сохранимся сразу. Алиса меня подождет, если я туда-сюда пока что поеду. Лиса, я скоро приеду. Хотя, ладно, сейчас давайте пройдем. Лучше сейчас, чем никогда. И снова привет. Я уж думала, ты не зайдешь. Получилось немного дольше, чем я планировал, но тем не менее я здесь. Рада это слышать. Ну так что, поможешь мне? Меня, кстати, зовут Лиса. Да, знакомство. Расскажу человека, которого ты ищешь. Может, я его знаю. Мне о нем мало известно. Знаю только, что он живой и живет в одном из здешних сел. По твоему описанию подходит каждый второй житель этих земель. Да хоть мой отец. А у твоего отца случаем нет чего-то вроде дискообразного блестящего предмета с отверстием в середине? Ничего такого у него не видел. Что значит, я еще не твоего отца? Уже хоть что-то. Я так понимаю, тебе не человек нужен, а этот предмет, который ты описала. И да, и нет, я хочу выкупить его, но перед этим поговорю с его обладателем. В моем деле не бывает лишней информации. А чем ты занимаешься? Делом всей моей жизни. Я еще одного легендарного исследователя. И этот диск очень поможет мне. То есть тебе нужен человек, у которого есть предмет, который поможет тебе в поисках другого человека, того исследователя, и как его имя. Я не знаю. О нем вообще мало что известно. Как ты можешь искать человека, даже не зная его имени? Ну вот, как-то так. Слушай, я, конечно, рад поболтать, но у меня не так много времени. Что в итоге, поможешь или нет? Да почему бы и нет? Вот отлично. Вот 250 монет авансом. Если чего для машины докупить, остальные 250, тогда покажешь последнюю деревню. Остановка по кайфу. Так, тут у нас только вен. Борг стоит дорого. Это плюс 250. Плюс по оружию. Спектр с лазерным прицелом. Ну, оружие я тут не буду менять. У меня достаточно крутые оружия. Что по кабинам? Могу ржавого работягу купить. О, на скорпиона вряд ли накоплю. Что мне дает Борг? Мало места. Что мне дает каскад? Мало места плюс основной миноукладчик. Что мне дает отличный скорпион? Света для вещей, на которых мне не хватает денег. Понятно. Короче, покупаем... Копим на отличный каскад и его покупаем. Сейчас мы отправляемся в далекий путь. Все, let's go. Так как это экс-машина, да еще и модифицированная немножечко. Она будет. Да... Алиса, хватит за мной так следовать. Смотрите, я вот так сделаю. Ты что, реально следуешь за мной?
Это что за обновление искусственного интеллекта? Теперь я Лису не... теперь не я Лису сопровождаю, а... Алиса меня сопровождает. То есть она за мной следует. Так, нам надо в заимку. Как раз покатавшись по всем этим деревням, мы поищем задание. Да ты куда едешь? Ты что, под грибами? Ну, она под грибами, да. Похоже, мы не одни. Похоже, сейчас будем одни. Братан, ты чё, рамсы попутал? Это моя машина, говорит. И с разгона... Полетели! Царапина. Первое орудие! Пли! Да сколько тут клопников? Ой-ой-ой, опасно, блин. Я профессионал в своем деле. Да, думаю, мне понадобится капремонт. Ну, пока что без него обойдусь, потому что я не хочу деньги тратить. Если что, я буду очень часто сохраняться. Потому что играть на 10-й винде в игру для Windows XP не самая лучшая затея. Где там эта лиса? Ты там чё, утопиться хочешь? Ты чё совсем, лиса? Лиса, ты чё совсем, не надо утопляться? У тебя еще есть незавершенная миссия. Поехал. Сделали бы тут искусственный интеллект чуть-чуть поумнее, был бы кайф. Было бы даже круче, что надо было бы с одного компа сразу двумя персонажами управлять. Это было бы и то легче. Я поняла, вообще запись идет, прикиньте, у меня не идет запись. Запись идет, не бойтесь. У меня на улице капец, как сейчас шум идет. Так, съедем. Нам надо бы подзаработать реально, потому что на таком вот стартовом состоянии вряд ли мы куда-то продвинемся. Вот заимка. Сохраняем. Подожди-ка здесь, пока я закончу свои дела. Готово. Поехали дальше. Куда нам ехать надо? Алло, лиса. Лиса, поехали. Кстати, у меня во дворе вообще тут лисы гуляют иногда. Я один раз такой выхожу на улицу, а там прям лиса проходит возле меня. Она была бешеная, кажется. Она побежала за мной, я успеваю обратно забежать в подъезд. Еще чуть-чуть, и я бы снимал не это видео, а лежал бы
бешенство, блин. Говорят, что скоро YouTube закроют. Если это и так... снова в бой! Все свои видео, свой телеграм-канал. Это видео уже я туда тоже, наверное, опубликую, только не знаю как. Если не опубликую, то не опубликую. Что у нас по гуглину? Так, следующий у нас Троицкая. Правильно? Да, правильно. Она сама к нам телепортируется. Так, едем. Я вообще сейчас прохожу BPR мод. Я-то... Да боже, почему тогда я начинаю говорить, тут появляются деньги? Сколько вас? Лиса, помогай! Чё ты крутишься? Я сейчас умру, у тебя вулкан установлен. Не впервой. Выживем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, с кем я там еще не покончил? С тобой! Оп ты! Прилипаешь и устраиваешь проблемы. Смерть бандита! Высасывая все нервные клетки. Еще один? Еще два? Не впервой. Выживем. Готов? А, про что я там говорил? Короче, я прохожу сейчас Big Pack Reloaded. Я там сделал Ультра Крейсер, две супер мощные пушки Avenger. Это раз. Блин, задешево продала. Первое орудие! Пли! А, я, короче, установил на нее очень большой топливный бак, самый мощный двигатель, КПП 150 км в час где-то или 170. И, короче, у меня этот крейсер едет, знаете, сколько км в час? 450 км в час, у меня сердце, блин, чуть не останавливается, когда максимум выжимаю. Все, прошел миссию с Лисой.
Она мне дала деньги. А я эти деньги... пролетел. Из-за вот этих вот горящих сейчас чуваков. Блин, а я хочу накопить себе на отличного этого прицеп. И снова в бой! И снова я ухожу! И снова я ухожу! Проклятие. Меня зажимают со всех сторон! Нет, умоляю, нет. Нет. Уйдите от меня. Шаурмеченые, блин. Я бы вас в шаурму с радостью закатала, если бы у меня было много жизней. Да понаделали мне тут мало хп теперь. Они еще и преследуют меня. Да? А, нет, отрываюсь. Тут хоть бы побезопаснее. Заимка, пожалуйста, почини мне машину. Я снова банкрот. Сдох хоть бы не мертвый. Кстати, знаете что? Не знаю, но в Big Pack Reloaded почему-то такая темная ночь, что просто в шоке от этого любой будет. Первое орудие! Ну теперь-то я вас не боюсь. Так будет! Сказка! Блин, было бы круто, если бы... можно было бы, как в Меридиан 113, с помощью, например, горючего заправлять машину, с помощью металлолома чинить машину. Ну, вообще, это придает какой-то хардкорности. Вот ты знаешь, что единственное твое спасение — это пулемет. Это будет повыгоднее задать. Чисто NPC и их пофигизм. Только что происходит перестрелка, тем временем NPC. На-на-на-на-на-на-на, гуляю, я гуляю. Едем. Короче, это будет, можно сказать, как полное прохождение, потому что я ничего не буду вырезать, обрезать, сокращать, шинковать. Почему тут всегда разрушен один из охраняющих пулеметов? Йоу, это капец.
Опа. Отличный каскад как раз. Покупаем. У меня денег нету совсем. Я могу просто продать свой шерчер, но мне его так жалко. Зато у нас хороший каскад стоит. Стоп, давайте посмотрим по дополнительным миссиям, что тут там предложит. Фермер Дик. Эй, водила, дело есть, это ты мне, ясен тебе. Ясен, красен тебе. Я видел, как ты разговаривал с Эргом, у меня тут к нему делится. Пока отсюда у нас совсем не сильнее, у меня нет с собой несколько необходимых бумаг. Давайте его отвезем на... Нам пригодятся любые деньги. Нам главное, чтобы мы выжили, потому что... А им надо ремонтировать, хоть машину поставить. Кузов нормальный. Но уже с каскадом поприятнее кататься. Стойте. Засада. А, я не туда еду, мне вообще туда надо было. Смерть бандитам! Опачка. Как дела? Нормально. Деньги только когда их, знаешь, обратно себе другого дела найду. Меня развели? Да, он крыса, на него потратим все свое топливо почти. Блин, за 15, как его продам за 15 бачей? Что мне эти 15 баксов дадут? Ой, ё-моё. Ладно, наверное, тут уже миссии, потому что нет. Привет! Привет! В машинке что-то есть, жена бармена. Опа! Опа! Жалко, мне сразу не дают деньги вперед. О, как раз еще и посветлело. Я как раз никого сопровождать не надо, но не знаю, плюс или нет это. Оно там находится! В самом опасном месте карты, да? Так, ребята, давайте я сейчас отнесу пакет в Троицкое по-бырому.
включу запись уже, когда довезу пакет до Троицкого, потому что это будет очень... А где я? Ой-ой-ой, я еще тупой. Очень долго. Давайте увидимся у Троицкого. Битва, битва, битва. Очень жесткая битва. Одна. Один готов. Второй готов. Сколько шершень стоит? Ребята, это вкуснятина. Конечно, гонять на полудохлом войне совсем не в кайф. Не в кайф. Но это гораздо лучше, чем вообще умереть. Так, давайте все-таки... На самом деле я останавливаю запись, чтобы, короче, отойти попить чай. Так-с. Я тупой, тут же нельзя ничего продать. Я деньги на топливо потратил, стоп. А, я сохранился. Хоть на ремонт потрачу. Тут лиса вот так вот чуть не утопилась. Пожалуйста, поверните налево. А затем поверните направо. А затем поверните направо. А затем поверните налево. А затем поверните направо. По прямой. В Троицкое. А затем вам конец. Ребята, я X-машину, знаете, сколько раз перепроходил? От таракана избавились. Главное мансить, главное очень хорошо мансить, очень хорошо надо мансить. Есть. Мансовал так хорошо, так. Шершень, бесполезный шершень. Не, ну цены у них хорошие. А еще цена может повыситься в самом городке. Потому что тут вроде как отображается сама минималка. Наверное. Так, мы в заимке. Сколько нам дает? Сотка, соточка. А еще плюс бакс с цифрами. Не, теперь круто, у меня 703 хп. А, так и есть, это не бакс с циферками был. Теперь мы более в живом состоянии, чтобы пройти до конца эту миссию. А не, блин, взорваться на первом же повороте. Стоп, а эти враги там остались? Если да, то... Ой, что будет сейчас? Я тоже сейчас поживусь. Ахтунг! Ахтунг! Братан, братан. Вот.
Вот этот бесполезный шершень меня очень раздражает. Еще это дерево. Сейчас поживимся. Опять. Кто на этот раз нападает? Я застрял в дереве, нечестно. А это ценники, вот эти вот ценники нормальные. Дерево влезлось. Так, едем. Ремонтироваться мне или нет? Давайте на счастье лучше отремонтируем машину. Стоп, у меня запись идет хоть бы. Умри! Да блин! Какой еще этот поганый консоль? Да, идет запись. Я не хочу пользоваться консолью. Мы честные игроки. Консоль нам нужна только если мы уже прошли игру. Проклятие. Согласен. Проклятие. Смерть бандитам! Смерть бандитам! Да блин, я не могу уже. Чё, я груз не могу поднять? Картошечка, картошка. Обожаю я картошку. Так, две пачки картошки. Чуть-чуть поломанный грузовик. Так, едем. Полетаем. А, не получилось полетать. Короче, сейчас я, наверное, не знаю, скипать до того момента, как уже там буду или нет, наверное, не буду, потому что надо его, блин, приостанавливать запись, и то я случайно потом забыть ее включить. Такс. Велком.
Ура! Полностью целый вен. Я не знаю уже, что говорить. Сейчас что-нибудь вспомню. А, вообще, блин, я обожаю Реймонта. Вот пушка Реймонта в кайф. А сейчас я уже интересуюсь другими пушками. Но, блин, разрабы сделали Реймонта вот таким громким, что я, блин, тогда его устанавливаю на машину и начинаю с кем-то драться. Снимаю наушники, чтобы не оглохнуть. Либо звук почти на ноль выставляю оружие. И снова в бой! Чуть в глаз не попал. О, да вы чё покрупнее. Крупнее, тем вкуснее. Кстати, так это обычный шершень. Я могу их поменять местами и все. Такой же шершень. Только дешевле, а этот дороже. А вообще-то я предприниматель. Не, ну вот это гениально решил задачку. Ой, как же мне эта локация уже надоела. Я хочу отсюда... О! А что это лежит? Тут такой интересный... Как дела? Спектр? Давайте пока что со спектром погоняем. Если хватать денег будет на какой-то корпус, то корпус сразу купим за деньги со спектра и тех оружек. Ой, наконец-то я скоро уеду из этой локации. Уже то тут все поехал туда-сюда, наехался от души там. Про скорпиона могу даже не мечтать. Работяга стоит 1000 бачей. И продаем вот это вот все. Опа! Опа! А вот это вот не надо, потому что оно не меняет, куда надо ехать, оно просто дает мне, типа, поощрение за то, что я убиваю всяких недругов. Как раз пока туда поеду. Бандиты, идите сюда. Смотрите, какой я незащищенный игрок. Сейчас надо заутаться. Бандиты! Ау! Нападайте же на меня! Ну вы не говорите, что вы сейчас специально не будете на меня нападать из-за того, что у меня миссия. Я как раз хочу с вами сейчас постреляться. Как дела? Нормально. Вы не видели тут бандитов? Опа! Вот. Да вы что? Первое орудие! Блин! Ой-ой-ой! На что?
за них не дали денег? Мне не дали их добить. Не дали их добить. А я хотел их добить. Чтобы заработать деньги. Чтобы заработать деньги. Деньги, деньги, деньги. Мне нужны много денег, чтобы починить машину и улучшить ее. На 339 денег я мог себе машину спокойно ремонтировать. Одна минута. Никто не нападать. Это создавает большие проблемы. Ведь никто не нападать, деньги я не получать. А если я деньги не получать, то я не прокачать. О нет, деревня горит. Сынок. О боже. Отец! Что здесь произошло? Кто это сотворил? Слушай, мать. Ты мой приемный сын. Возьми. Это вещь твоего настоящего отца. Найди Бена Дросселя. Он исследователь. Он поможет. Сын, не дай ненависти отравить твою душу. Моя жизнь. Что же мне делать дальше? У меня ведь никого не осталось. И ничего. Только это письмо. Сын. Если ты читаешь это письмо, значит, я не смог вернуться и вырастить тебя сам. Я знаю, что Петр отлично справился с этой задачей. Я вижу тебя, такого молодого и полного сил, и сердце мое обливается слезами. Я виню себя за то, что меня не было рядом, когда ты рос. И это мое страшное наказание. Но знай, что я не мог поступить. Передо мной стоит задача всей жизни. Только выполнив задуманное, смогу я успокоиться и вновь почувствовать себя человеком. Если нет, значит, я недостоин жить. Это письмо извинения. Прости меня, если смог. Ты всегда в моем сердце. Это все. Никаких объяснений. Я могу простить того, кого никогда не знал. Мне больше нечего здесь делать. Я отправлюсь на поиски Бена. Кто бы это ни был. Надеюсь, он поможет мне обрести себя. Может быть, в Южном слышали о нем. Так, подписчики, посмотрим. А, да, запись идет. Наверное, все-таки буду снимать по одной локации в часть. Вечером может еще одну локацию, потому что я прохожу на одной локации прям все миссии. Наверное, сразу как мы уже поедем в ту локацию, сразу как пройдем мост, наверное, первая часть будет завершена. Сейчас поживем.
И уже чуть позже вечером выйдет новая часть. Нормально. Ой, я устал, капец. Я и так сейчас очень сильно уставший, кое-как снимаю видео это. Так, подписчики, наверное, на этом моменте мы уже сохраняемся и прощаемся. Всем пока. А то мне уже плохо становится чуть-чуть. Надо пойти отдохнуть.